Зачем ЛП? Ну, в смысле, это я сделал ЛП, надо отмыть. Это когда я вылетал, оно насрало ЛП. Ладно, за ролю. Если я за ролю меньше, пойду в лес. Победа. Заролил 17, выиграл все роллы, я ваху. Так хочется хуть Акса в мид против Медузы, вы бы знали насколько. Просто медовый Акс, блять. Через фаст на... Через фаст блинк. И ганги придурку. Самая большая проблема, что это скорее всего медовый снайпер. А как я буду стоять на Аксе против снайпера, я не знаю. Надеюсь, любой... Ну, это, блядь, снайпер, ебанит, 100%. 10 минут слушаем, какой снайпер гандон, ну, скорее всего. Вардик очень сильно в мид хочется. Блядь. А почему, блядь, что за хуй? Это не я, я с контролом дожимал. Кто это, блядь, сделал? Это не я. Вы видели? Я нажимал с контролом, я даже помахал. Это не я был. А какой хуй сос это сделал? Дед ебаный медовый, я в твою... Ладно. А что, реально, а что мне делать против вот этой вот каловой массы? Я же нихуя не могу сделать этому престарелому долбоебу. А он достает же вроде, да? Блять, они поставили 3 сентри в мид! Что вы делаете? А почему этот вард не ломают? Ладно, я фаст ВГ иду. Просто на первые же деньги, чтоб меня... 70-летний сын бляди не убивал. Дальше посмотрим. Потом апаю 6-й левел, иду в смоках рубить медузу. Договорились? Это что за хуйня? Так я сломал обс, друг. Бля, этот... Ладно, это ужас. Как же он хуёво крутится на первом уровне. 7 ударов, это примерно миллиард. В переводе на человеческие цифры. Что за хуйня вообще происходит? Блять, ты бы знал, ебаный дед, как я тебя ненавижу. А нахуя я в потайную курьера отправил? Кольцо же не там теперь покупается. Фух, блять, оно с шрапнелью. И на том спасибо. Как ты меня заебал, ебанат. Это ужас просто. Вот именно на Акса я лутаю снайпера. На Пангольера я лутаю ебучего, блядь, Тимбера. На Акса я лутаю снайпера, блядь. Как я ненавижу эту игру, вы бы знали, нахуй. От меня отагрилась пачка. Отагрилась пачка. Я ПКМ жму в снайпера бесконечное количество раз, чтобы она на меня заагрена была. Она отагрилась, пошла хуярить мили крипов. Ой. Зато башня не отагрилась. Ну я не могу против него стоять. Ну я ничего не могу сделать, кроме как ну просто въебываться в него. Бля, умри нахуй на снайпере, я клянусь, ты недостоин жить. Я говорю, ну в игре Dota 2, естественно. Просто ебучая вульва старая. Все, что может, пока я мне в еблище жать всю игру, и все. Охуенный геймплей, просто невъебенный. Акса-такс, ебануться, лучше. А, этот ребенок дегенерата еще и будет линию держать. Ладно, похуй, я в лесу 6-й добью, ладно. Я его первый убил, кстати. Все нормально.
От отдачи убила деда. Ладно, чат, пора показывать, как правильно играть в Доту 2. Иди сюда, шлюха ебаная. Сейчас, секунду, пусть возродится. Пошел нахуй с линии. Ха-ха, бегающий гвоздь, блядь. На Дазли, нападай на него. Дошли его убьем, нападай. Бля, мужики, ваш бот поможете, блядь. Нет. Я один на ВС-2 стою. Охуенно, спасибо. Всегда рад. Это чё за хуйня? А у меня 0 мувспида у героя. Забыл. Совсем забыл. Реген бы в топе или хосту. Блять, престарелая шлюха идет забирать. Престарелый сын бляди пришел, просто забрал. Это пиздец. Он за мной бежит, что ли? Бля, какое ты отсталое, это просто поразительно на снайпере. Просто говно ебаное. С умником. Ладно, мне похуй на игру. Инкарнации. Ахаха, бегающий гвоздь. Омник ливнул полностью, это шут? Иди сюда, гвоздик. Сейчас, секунду, гвоздик. Биба-боба. Биба-боба. Боба-биба. Биба-боба. Биба боба боба биба биба боба баба. А где эта тварь? А где медуза? А где медуза? Он от меня на фонтане прячется или что? Где этот проблять? Не, а шутки шутками, а где этот долбоеб? Он в тройку съебался, что ли? Блять, ну я и проебал кучу времени на хуйню какую-то, конечно. Блять, какой-то еще говноед с маки все скупает, это просто пиздец. Кто бы это ни был, я тебя ненавижу. Парни, а кто с маки все забрал из лавки? Нахуя? Ой, бля. Вашу центральную башню атакуют. Пошла нахуй. Ну он сейчас накопит на этот, на хую, которая силу дает, и я его перестану убивать на Драгонленс. Там кусок Драгонленса буквально нужен. Я его, скорее всего, даже на 12-м не смогу шотнуть. Но он не накопил еще. Блять, была бы ночь сейчас, конечно, было бы получше. Она вард ёбнула себе. Ахаха, бегающий гвоздь, блядь. А ты чё развернулся? Самый умный? Какой бы человек ни скупал смоки и апсы, знай, я тебя ненавижу. Пизда, он себя в безопасности, наверное, на медузе почувствовал резко. А ну иди сюда, сука. Блять, они всей командой его секьюрят, это пиздец. Просто 5 дегенератов, а у меня 3 чела, 1 кемп хуярят, блять, в это время. Это пиздец. А это Яша. Это Яша, это не Драгонленс. Ха-ха-ха.
ебать, ты долбоёб! О, господи, нахуй. А я, кстати, думаю, он же меня видеть не должен, а там этот... А там прикол в том, то, что он меня видит из-за ебаного Night Vision у снайпера. А линза-то какая линза? Сейчас он ренджа подойдет за ласт хитить. И линза будет не нужна. Откуда? А, ему хуйня приехала. Ну, кстати, если статов новых не будет, это похуй. Я сейчас 12-й апну, и мне хватит. Бля, про, блядь, ебучая на снайпере. Просто вся команда секьюрит. Парни, а мы в доту вообще будем играть? Или мы так по приколу просто бегаем, хуячим вижен в наш лес, в котором ни разу врагов не было, и стоим АФК? Что думаете? Мне как бы не принципиально, меня такая перспектива тоже устраивает, это забавно. Парни, моя мечта, чтобы вы больше не купили ни одного желтого глаза и ни одного смока. Буду честным. Чем занимается придурок на медузе? Блять, тут везде вишен нахуй стоит. Просто каждый метр ебаный стоит вард. Вот тут вард на этом кливе стоит. Пошел нахуй, говорит. Парни, в Dota 2 сноубол на меня нажмешь? О, хуй, понял. Ебать, если бы он выстрелил, я бы умер. Гвоздь-то бегает. Ему не хватит. Я его убью. А где он? Бля, где этот полудурок? Он на фонтан, что ли, съебался? Чем это дегенеративное хуйло на медузе занимается? Мне похуй на игру, я просто бегаю, гвозди забиваю. Биба-боба, биба-боба, боба, биба-боба, ба-ба-ба. Бегающий гвоздь, охуеть. Линза, рапира, нахуй мне рапира? Это и так, вот у меня линза есть. Бля, вот у них ливнул тиммейт, и они продолжают, блять, дефать зачем-то. Я абсолютно не понимаю, нахуя. Блять, сбила про, блять. Передумал. Идеальный мув было бы, блин, кануться к медузе, убить ее и умереть с честью, но я что-то передумал. Но они заебали, они сбивают, блин. Чел не понимает, что ему просто надо церцлет купить, и он выживет после ульта моего. Бля, насколько же вам похуй на победу, это просто поразительно. Блять, додумалась, сука! А-а-а, идите нахуй! Точнее, не додумалась, просто манта собралась, больше атрибутов стало. 450 я уже не убил. А, ну 3 левела мне нужно, но я не накоплю никак 3 левела. Я со мной всю игру какой-то дегенерат бегает, у меня вообще экспы нет, у меня, ну, 15 левел. Я вообще соло фарма не имел. Ну, во-первых, я бегаю за медузой всю игру. Каю купи, она не увеличит порог урона. Для медузы не работает Кая. Советчики, идите нахуй. Хотя, блять, а че я за советы не хуярю сразу? А че я не хуярю сразу за советы? Пиздец, оно жирное, блядь. Сколько у него хп пула? Он, блядь, два в Райсбенда и Драгон Лэнс купил, охуеть. Бля, я реально сейчас апну 18-й и смогу ее убить опять. Это пиздец. Бля, ману въебывать. Так, в падлу нет ни одного героя на карте, чтобы крипов заагрить. Все АФК на базе сидят, враги.
Все, 18-й есть. Медуза. Че, она там не покупала статов никаких? Никаких. Порог убийства опять доходит. Там еще талант на 20-м есть. Да, она умрет. Ладно, пикнуть Акса в этой игре — это была лучшая моя идея. Бля, заебал. Но пик там, конечно, пиздец мерзкий. Если б я занимался чем-то, кроме как хуярил ультами медузу всю игру, была бы очень плохая игра, прям мерзкая. Очень мерзкая, я думаю. Ну вылези последний раз на медузе, ну надо. Ну надо. Делай на медузе, заебал. Ну он там не работает. Я не могу на фонтане его разрубить. Он на ФК стоит. Блять. Мне похуй. Мне похуй. Мне похуй. Мне блядская ЛП. Это была только первая отмытая игра. Это только первая отмытая игра. За весь май. Блядь. Медузилах я не буду это делать, это некультурно. Просто, чат, чтобы вы понимали, если бы вот в этом слоте был церцлет, я бы не мог ее убить. Просто церклетка. Просто церклетку купить в свободный слот.